Дорогие друзья, как известно, наш президент нашел новую любовь и, как это обычно бывает, решил жениться. Давайте посмотрим, как проходит подготовка к свадьбе с профессиональным организатором. Так, отлично, ресторан есть, нужны музыканты. Музыканты! Здравствуйте! Так, вы профессиональные музыканты? Мы из Союза музыкантов! Ну, вообще-то наш президент к Союзу так себе относится. Ну ладно, давайте посмотрим, что у вас. А у нас песня для будущей жены президента. Промчалось лето, пронеслась не осень, да отпуска уж далеко. Можно за фигурой не следить, кушать тортик и какао пить, и в тренажерный зал не ходить. И разносит меня, и разносит меня! Так, стойте! Понимаете, о чем вы поете? Это же будущая первая леди. Возможно, будущая мать президентских детей. О, дети! А у нас и про это песня есть! Всю жизнь не ела шоколадки я. Не ела также булочки и хлеб. Картошку, мясо, сыр и трансжиры. Что вы такое поете? Вы вообще, мне кажется, непрофессиональные музыканты. Где вы еще выступали? Да много где. Вон Кирилл недавно на открытии зоопарка выступал. И что там было? А вот что! Сегодня праздник у горилл. Сегодня будут танцы. Гориллам нравится Кирилл. На шерсти есть румянцы. Стесняшки гориллы влюбились. Ну, про горилл мне все понятно. А у вас есть что-нибудь про людей, скажем, для народа? А, конечно, есть. Синий-синий слесарь лез на провода. Синий-синий слесарь загорелся, как звезда. Стоп, хватит, это уже чересчур. Вы нам точно не подходите, ребята. Все. Мне нужен бухгалтер. Так, бухгалтер, что у нас там по бюджету? На фокусника хватает? Да, Гарри Поттер. Экспеллиармус! Сергеевна, иди дальше двор мети. Не знаю, чего-то мне не хватает. Знаете, какой-то изюминки. Я бы даже сказал, некий чернослив. Будет КВН! Сборная беженцев! Почему вы решили остановиться именно в Эстонии? Мы немножко отдохнем. И опять бежать пойдем. А спонсор нашего выступления – туристическое агентство «Шенген». «Шенген» – пешие туры по Европе от 2000 человек. Друзья, давайте представим. Обычная ситуация. Пустыня, верблюды на водопое. Нет, давай что-нибудь поближе к нашим реалиям. Ну, хорошо. Радужная площадь, верблюды на водопое. Нет, ну давай что-нибудь совсем на местном уровне. Ну тогда, Радужная площадь, финны пьют. Помогите, здесь девушки плохо, помогите. Дыши, родная, дыши. Спасибо, брат. Стоп, господин бухгалтер, вопрос. А у нас вообще что-нибудь с этой свадьбы, мы что получим что-нибудь? Ну да, эстонское гражданство. О, валим отсюда, нечего здесь ловить. Так, ну понятно, беженцев мы
еще у нас из гостей? Ну да, Киркоров приехал. О, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, вот тут собираюсь третьего ребенка завести, никак женщину не могу нормальную мать для него выбрать, да? Ну давайте посмотрим. Ну да, давайте. Вот это вот слишком худая, так, ну, это да. Слишком толстая, mm-hmm. Это слишком старая, так. Слишком молодая. Ну, может быть, вы прекратите просто фотографии Пугачевой смотреть? Там на свадьбе кого-нибудь встретите. Точно, точно, точно. Так, хорошо. Бухгалтер. На самом деле, ну, свадьба – это очень хорошо, но семейные отношения – это гораздо важнее. Ведь, в конце концов, будут обиды, будут ссоры, но все равно они… Разведутся! Классическая миссионерская. В браке быть не обязательно.